Значит, девочки, это мой дневничок новорожденного. Отец новорожденного. Мы говорим малышу привет. Hello, Kitty. Все остальные это малыши, да, это детский сад будет. Это отец ребенка. Фотографии с иллюзией 3D, чтобы я всегда могла, если что, вспомнить, если что, пощупать и вспомнить тактильно. Ты на меня смотришь, да, так подобное к подобному. Знаете, я как химик очень хорошо выучила это правило. Кексик-кексику, сладость сладости. Я думаю, вы все заметили, что у Вескера глаза не просто красные, они у него ягодные. Поэтому это отсылка. Че сидит, ягодка моя? Сидит, красавица. Да, роковуха. Это просто решила, что ему подходит, не знаю почему. Просто бабочка, просто потому что, ну, мальчик хороший, добрый, порядочный. Фотографии некоторого военного обозревателя сделал фотки мальчика. Не знаю, почему сделал, но надеюсь, что он просто восхищался фотографией со свадьбы. Не моей, их. Знаешь, есть такой обычай, я не помню, где в Бурятии, короче, у них голубые шарфы вешают сюда гостям, типа. Гостям? Ну, типа, я не знаю, я не помню, он как будто бы из бани вышел, у него это, шея еще мокрая, но мы знаем, почему шея мокрая, типа, видно, да? Он просто прикрывает шею. Спину и жопу ему прикрывает, а что его? Это сердечко, тождественное, клубничка тождественная, просто красивый. Просто красивый. А вот, конечно, очень серьезный, в галстук бабочку, как мы любим, очень. Он с Мишкой. Это же этот, как его, гендерпати у нас. Мы знаем полребеночка. Как вы видите, цвет розовый, значит, мальчик. Просто вы знаете, я как ученый, я люблю смотреть на других ученых. Правда, я не доучилась, а он в итоге в деревню уехал. Ну, мы с ним тоже тождественны в этом плане. Я думаю, он тоже, знаешь, поехал во второй мед. В медицинский, его оттуда отчислили, он на родину вернулся, такой, ну что ж, а я вообще-то это... Не, ну в деревне это второй корпус меда. Он не в меди. Это свечка за упокой. Да. Как бы, как видите, не упокоился, все еще не угомонился, да. Но это его проблема. А тут мы видим, что я совершенно одинаково люблю всех персонажей Resident Evil. Я не испытываю никому больше привязанности. И совершенно точно Итан Винтерс не является моим любимым персонажем всех резидентов, нет. Просто так получилось, что все самые красивые наклейки почему-то вокруг него. И да, почему-то. Я понятия не имею, как так вышло, но просто вот так раз, два, три, четыре, пятый, десятый, уже как бы... Маркнут успел, уже все расклеилось. Уже все, и на нем погребальный венок. Мы поминаем смерть храбрых, да. Мужа Итана Винтерса. Вот как бы мы продолжаем эту прекрасную традицию. Везде. А тут вы видите, что последние оставшиеся наклейки я решила отдать мужу Итана Винтерса. Не потому, что я больше всего люблю Итана Винтерса, просто потому что... Ну и здесь был Итан Винтерс, поэтому здесь больше наклеек. Everybody hates Chris. It's right. It's right. Все. А это мой любимый. Мой любимый... Мой любимый мужчина и все остальные. Все. Все. Я не знаю, там будет видно, но что-то... Оно с водичкой. Это некоторые жидкости, которые выделяются при виде этой фотографии. Извините. Вот так, что вот так, так, все ваше. Wow, the kid is very cute. Это моя работа. Девчонки, да. Мальчишки, это моя работа. Сиси-масиси, чтобы вы не стеснялись, как бы, да. Мой? Ну, ты видишь, а вот мой бот. Но это не мой. Значит, твой. Это не вам. Не смотрите. Это может. Это мой арт-сиренеди. Это я рисовала. У меня есть тоже мой арт. Блин, подожди. А чё он такой классный? Лён. Блин, а... Почему он такой классный? Да. Я уже забыла. Мне очень нравятся волосы Луси и профиль Леона. Офигеть вообще.
апельсинка. Это наш локальный. Это наш локальный. Я скоро про него поведу миру, если ты не против. Можно? Может. Мы обязаны. Как бы апельсиновый сад. Важно, в конце, да. Они.